привет, любители Библии! Посмотрите на мою прекрасную куртку! Я обожаю ее и чувствую себя в ней на $1 000 000! Я знаю, что хорошо выгляжу, но нужно помнить, что мне сказал сегодня пастор Аарон. Он напомнил мне, что христиане не должны полагаться и уповать на временные земные вещи. Наоборот, нужно сосредоточиться на вечном, на Божьей любви, например. Сегодняшний суперстих о чем-то похожем. Прочитаем вместе. Притчи 31 стих 30 говорит: «Привлекательность обманчива, красота мимолетна, но жена, благоговеющая пред Господом, достойна похвалы». Видите, куртка – это очень классно. В ней я уверенно себя чувствую. Но она не может быть вечной. Она износится, и я просто выброшу ее. Физические вещи временны, но наши отношения с Богом вечны. Бог, величественный создатель вселенной, хочет любить и поддерживать вас во всем хорошем. Вам не нужно никому и ничем доказывать, что вы особенные. Но нужно сосредоточиться на нем. Когда Библия говорит о страхе Божьем, это значит, что мы должны уважать Бога и следовать Его указаниям. Помните это, когда в следующий раз будете одеваться. Хоть это и весело, будьте смиренными и уважайте Бога. Чтобы узнать, как вы можете проявить к Богу уважение, скачайте бесплатное приложение «Суперкнига». В нем есть прекрасные игры, полные серии «Суперкниги». Лайкните и подпишитесь. До встречи!